Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи», в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Шапошников, заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Здравствуйте. Добрый день, Валерий. Начнем, наверное, с такого простого вопроса. Какие именно дела попадают вот в отдел по расследованию особо важных дел? Что там? Да, у нас второй отдел по расследованию особо важных дел имеет такую небольшую приставочку о преступлениях прошлых лет. Ну, это свидетельство о том, что да, основная специфика расследования – это уголовные дела, о котором предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением лица, совершившего преступление, за розыском, да, и по иным причинам. И, соответственно, данные дела, с учетом того, что прошло много времени с момента совершения преступления, представляют особую сложность, и мы занимаемся их расследованием. Плюс, соответственно, к нам в отдел поступают уголовные дела о совершении резонансных, сложных, в доказывании уголовные дела о преступлениях, совершенных на территории Рязанской области, в любом, как говорится, районе. Если руководство посчитает необходимым передать, то оно к нам приходит, и мы принимаем их в производство, проводим предварительное следствие. Ну вот одно из таких дел, это так называемое это дело окрестили ритуальным убийством в СМИ из-за того, что там пытались как-то и сказать, что там были какие-то сатанинские ритуалы и так далее. Это вот убийство мальчика. Давайте вот поговорим про это дело. Все-таки уже сейчас дело находится в суде. Можем мы что-то рассказать про это дело от и до? Да, дело действительно сложное, интересное. Оно изначально у нас находилось и нами было завершено в конце концов. Как бы обстоятельства вкратце расскажу. Мужчина и женщина, да, проживали вместе, сожительствовали, увлекались оккультизмом, какими-то непонятными такими науками магическими, использовали там рунные знаки, рунные ставы, какие-то заклинания, изготавливали куклы, обереги и так далее. То есть у них вся жизнь на этом, можно сказать, построена была, как бы отношения с другими людьми в том числе. И вот у мужчины, у него бывшая супруга и его ее ребенок, но это не его родной сын, как бы он отчимом являлся. У них на протяжении длительного времени имел место конфликт. Вот из-за того, что они развелись, имущество там пытались как-то разделить. И как бы они стали, вот он и сожительница его стали угрожать и супруге, и этому мальчику, да, в том числе почти менее чем за месяц до совершения вот непосредственно убийства мальчика, они изготовили такую куклу младенца, то есть на которой были изображены знаки, в том числе направленные на пожелание смерти, там, наступление вреда здоровью и так далее. Плюс там кровь куриная, куриная лапка была завязана, перекрестие осиновых колов. То есть, ну, такой вот сборная солянка из всех вот этих вот, можно сказать, кинофильмов там или что-то еще. Ясное дело, что люди – это не профессиональные какие-то там маги, там экстрасенсы и так далее, да, то есть они вот просто, это у них увлечение такое, ну, достаточно, как сказать, глубокое, да. И через месяц, в очередной раз, когда вот они приехали туда, вот этот вот мужчина испытывал личную неприязнь вместе со своей сожительницей, и они, сначала он нанес удары металлическим предметом по голове мальчику, а потом удары ножом в жизненно важные органы, и мальчик погиб на месте. И они вместе с сожительницей его вынесли, поместили в автомобиль, отвезли в безлюдное место и спрятали в колодце. Ну, как бы он даже колодец, его назвать такой самодельной ямой, там приспособленная, я так понимаю, там для отходов, когда-то заброшенный дачный кооперативе. Засыпали землей и после этого как бы скрыли все и орудия преступления, и одежду свою, и какие-то вещи с места происшествия сожгли. Плюс, несмотря, да, то, что вот как бы оно само по себе уже преступление особо тяжкое, им был совершен еще ряд преступлений. Ну, вы рассказали все обстоятельства дела, наверное, кроме самого важного, как это дело расследовали. То есть у нас даже тело, то есть тела нет, ничего нет. Как расследовать это преступление от и до того, что виновные сейчас находятся там, где находятся? Ну, это, наверное, как бы заслуга не только, да, следователя какого-то одного, это заслуга, можно сказать, группы сотрудников разных ведомств, это заслуга и сотрудников отдела криминалистики Следственного управления, и сотрудников уголовного розыска, управления МВД России по Рязанской области.
Совместно проводился комплекс следственных действий, были обнаружены следы крови мальчика, да, то есть я имею в виду и на одежде подозреваемых, и в их жилище, и в машине, то есть как бы с ними длительное время, да, долго работали, и после этого вот основной фигурант, он решил рассказать о местонахождении тела. После этого мы туда приехали, да, то есть, и ребята, мои коллеги, как бы длительное время занимались вот извлечением его, то есть, действительно подтвердилась эта информация. И, то есть, благодаря, можно сказать, слаженной работе межведомственных вот этой группы, которая привела к тому, что вот мы добились определенного результата. Ну, а как все-таки такого результата добиться? То есть, насколько я знаю по информации, которая вот по флёру вокруг этого дела, то есть, там мальчика начинали искать с поисковыми отрядами. А мужчина все валил на женщину. Женщина, на свою сожительницу, с которой там все произошло, она, в общем-то, как-то, ну, фрагментов с ее допросами не было в сети, поэтому непонятно, отпиралась она, не отпиралась. То есть, он говорил, что он такой чистый белый. Как все вот это вот развернулось в другое русло? Ну, изначально, да, действительно. То есть, и вот мужчина перекладывал вину за совершение преступления на свою сожительницу, а она на него. То есть, и это достаточно длительное время такая ситуация имела место быть. Но в ходе расследования проводились достаточно большое количество судебных экспертиз, допрашивались очевидцы, осматривались предметы, детализации там, телефонных переговоров, камеры наблюдения и так далее. И в комплексе это все позволило в конце концов прийти к тому, что все-таки причастен непосредственно мужчина к убийству. Да? То есть, а она имела место договоренность на сокрытие его следов. То есть, как бы непосредственно участие в убийстве она не принимала. Что в конечном итоге привело к тому, что он сознался в этом. Да? То есть, и плюс он указал ряд моментов, которые также путем проведения судебных экспертиз, ну, можно сказать, там, на 100% подтвердили непосредственно его вину. То есть, там у нас есть ряд экспертиз, судебно-медицинских, медико-криминалистических, которые показали, что вот только таким способом, как он говорит, возможно было совершение этого преступления. Простите меня за мою настойчивость, но хочется как-то, знаете, вот вы говорите про комплекс, но неужели не было такого, что как, знаете, в каком-нибудь Коломбо заходит следователь в дом, находит какую-то деталь и говорит, вот это вот не клеится, или это в ходе допросов выясняется, что вот здесь вот... Ну, вы хотите уточнить какие-то интересные моменты, да? Но интересный момент, это вот, ну, по моему мнению, да, то есть, что мы и мои коллеги там, да, то есть, вот в ходе расследования установили орудие преступления, да, то есть, они его выбросили в водоем, это осень, поздняя осень, да, то есть, вот, ребята там, можно сказать, на протяжении длительного времени пытались его найти с помощью поискового магнита, там, и других средств, и они действительно нашли, и на этом орудии преступления впоследствии в ходе генетической экспертизы обнаружили следы крови потерпевшего, то есть, он привязка была идеальная. То есть, а орудие специфическое. Это не просто там какая-то палка и что-то еще, да, баллонный ключ с привязанным дополнительно там еще фрагментом металлического прута, да, то есть, это вот такой момент был, да, то есть, который вот запомнился, как бы, я имею в виду, ну, неординарный, то есть, не то, что там понакатанное, да, то есть, там пришли, там, вот у вас кровь, давайте признавайте, да, такого не было. Вот, то есть, я имею в виду, все по крупицам там собиралось, достаточно длительное время это происходило. А, ну и из интересного это поиск экспертов, да, то есть вот для расшифровки этих рунных знаков, которые имели место на кукле, да, то есть у нас не существует научных каких-то таких обществ, которые бы, да, то есть занимались этими оккультными науками, потому что оккультная наука, даже я неправильно сказал, оккультизм это не наука, да, то есть, ну, как вот эксперты говорили, да, то есть это тоже кропотливо, там достаточно по всей России, да, то есть мы вот собирали там людей, которые обладают знаниями в этом плане, да, то есть они нам расшифровывали вот эти там где-то размытые знаки, где-то восстанавливали и так далее. Это вот тоже было интересно. Ну, и сам лично сидел, да, в интернете, вычитывал вот эти вот, то есть у меня там в настоящем времени выскакивают вот эти вот в поисковых строках эти рунные ставы, рунные знаки, да, то есть это вот до смешного доходило.
Что еще там было? Ну, вот связывался с этими шарлатанами, которые в интернете, знаете, вот размещают там, нагадаю вам там что-то еще, чтобы они помогли, да, то есть это вот доходило до такого тоже. Ну, люди как бы идут навстречу в любом случае, то есть и помогали, и специалисты, религиоведы нам помогали, вот эти вот, как я их называю, шарлатаны, которые там пытаются нагадать кому-то что-то. Плюс из такого значимого, что еще. Ну, очные ставки они, да, то есть проводились неоднократно. Это тоже достаточно кропотливая работа была, да, то есть я имею в виду плюс. Там следователи готовили вопросы достаточно каверзные, да, чтобы как бы вывести на чистую воду, как говорится, здесь. Ну, еще такого еще, я даже не знаю, что вам еще сказать. Вроде вот из таких ярких моментов, можно так сказать, в кавычках, вот эти вот я могу назвать только. Но помимо дел, которые вот сейчас актуальны и резонансные, вы говорили, что вашего второго дела есть приписка «Преступления прошлых лет». Какие преступления прошлых лет расследуете сейчас? За вот вообще период работы, да, следственным подразделением у нас закончено достаточное количество уголовных дел. Они уже освещались в средствах массовой информации. Это убийство девушки в 2005 году с особой жестокостью в Касимском районе. То есть он человек осужден. И групповое убийство около клуба «Энджелс» на улице Вокзальной тоже там освещались. Там человек очень длительное время в розыске находился. Его нашли и фактически пришлось... С учетом того, что он появился, да, в новый комплекс следственных действий. Это изнасилование, покушение на убийство, совершенное в 2000-х годах в одном из районов, в том числе несовершеннолетних, тоже уголовное дело в суде находится. Это совершение почти тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и хищение денежных средств в Рязанском районе, где тоже была группа лиц, один человек был осужден, а вторая обвиняемая, но сейчас она уже подсудимая, да, то есть длительное время находился в розыске, в том числе за пределами Российской Федерации, и благодаря вот тому, что следователи проявили активную такую позицию в плане взаимодействия с органами бывших союзных республик, да, стран СНГ сейчас на настоящий момент, получилось вот ее установить местонахождение и в последующем при попытке пересечения границы задержать и заключить под стражу. Еще есть группа уголовных дел, просто, ну, все мы тоже не будем озвучивать, вот, по моему мнению, которые вот самые значимые, да, то есть в том числе есть уголовные дела, там, которые вообще, как бы, да, то есть они впервые там рассматривались в Рязанской области, да, такого плана. Это вот было уголовное дело, тоже состоялось не так давно, обвинительный приговор, когда мужчина совершил поджог квартиры своей, в результате чего погибли двое молодых людей. То есть это очень сложное в доказывании уголовного дела. Там было проведено свыше 30 очных ставок с фактически, можно сказать, со всем подъездом, да, то есть и с подозреваемым, и его окружением, потому что изначально было безумное противодействие, в том числе дача показаний, да, в его пользу там родственниками, знакомыми и так далее. И все это вот по крупицам разбивалось. Проводились экспертизы сложные, взрывы технологические за пределами Рязанской области. То есть там вот помогали эксперты других субъектов. И все это в совокупности позволило ему предъявить обвинение в совершении убийства с отягчающими обстоятельствами. И в настоящее время вынесен обвинительный приговор. Хотя вот он до последнего упирался и говорил, что это невозможно, то есть, потому что здесь, да, то есть, я почему сказал впервые, здесь у него не прямой умысел имел место на убийство, а косвенное, да, то есть, я имею в виду, это тоже такая специфика определенная есть для нас. Дел много, и еще раз, да, тоже говорю, не только мы занимаемся, да, то есть их выявлением, в последующем расследовании у нас есть и отдел криминалистики, который изучает огромное количество уголовных дел такой категории прошлых лет, да, то есть, я имею в виду, нам помогают, ну, как бы помогают мы совместно с ними, да, то есть обсуждаем их и принимаем решения, в последующем принимаем производство, и уголовный розыск, да, с которым тоже налажено хорошее взаимодействие, то есть мы в постоянном режиме обсуждаем ряд уголовных дел, в котором было приостановлено предварительное следствие. Плюс экспертное учреждение. Ну, за последние несколько лет, да, то есть следственным управлением назначено огромное количество генетических экспертиз, дактилоскопических исследований, проверены
имеющиеся в вот, приостановленных уголовных делах и отпечатки пальцев, и генетическая информация о лицах, возможно, совершивших преступление. То есть работа по этим делам ведется не только нами, да, то есть в нашем подразделении, но всей Рязанской области, можно сказать. Но это правильно, потому что как бы, ну, много людей, которые там до сих пор не знают, что случилось с их родственниками, близкими и так далее. И хочется, конечно, да, чтобы люди как бы, ну, поняли, да, то есть и поняли, что государство готово, да, защищать их, в том числе их интересы, да, относительно их близких, погибших или пострадавших в результате преступления. Ну, вы перечислили такой большой пласт людей, но, тем не менее, вот, собственно, дата, к которой привязана наша сегодня с вами беседа, это 25 июля, День работников органов следствия. Есть ли какое-нибудь особое поздравление для следователей? Может быть, есть какие-то пожелания специфические, необычные? Или все, как всегда, и желают абсолютно того же, то есть здоровья, успехов и так далее? Ну, я пожелаю, наверное, своим коллегам терпение в данной ситуации, потому что как бы работа, она сложная, требует определенных навыков, качеств, да, и большинство ребят, кто сейчас служит в органах Следственного комитета, они, конечно, обладают этими навыками и качествами, да, то есть я имею в виду, и терпят эти и сложности на работе, и сложности в быту, можно так сказать, потому что все мы понимаем, что и семьи переживают, там и поддерживают. Поэтому я пожелаю терпения своим коллегам и поддержки их близких в их службе. С праздником, дорогие мои коллеги. Сергей Александрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.